С 1 сентября изменится правило транспортировки собак в поездах. В РЖД уточняют, что перевозить в поездах маленьких собачек без клетки допускается только при соблюдении правил для крупных собак, то есть на полу отдельного купе. Впрочем, далеко не только с этими запретами сталкиваются в быту люди. О том, как ходить со своей собакой за покупками, расскажет в своем сюжете наш корреспондент Анастасия Бучок. Это египтян Кинг, представитель древней африканской породы Басенджи, выведенный специально для фараонов около 3000 лет назад. Дома этого пса зовут по-простому Вася. Вася – чемпион России, добрый пес и преданный товарищ, который, как и все собаки, ежедневно ходит со своими хозяевами на прогулку. Вот и сегодня мы с Васей решили выйти на прогулку. Собачники не дадут соврать. Иногда, выходя со своим животным на прогулку, вспоминаешь, нужно купить хлеб или зайти в магазин за таблетками. Но иногда, придя в нужное место, продавцы или охранники встают, как говорится, в позу. Со словами «собакам вход запрещен». Мы решили проверить, действуют ли такие правила в областной столице. Первым пунктом для нас стал продуктовый магазин, где представители торговой точки на собаку посмотрели с осторожностью и, как нам показалось, недовольством. Однако на входе вывески «Запрещающий вход» животными нет. Продавцы молчат и покупкам не препятствуют. Так что здесь все обошлось, что называется, миром. Далее мы решили зайти в аптеку. И тут отношение фармацевта-продавца уже заставило нас удивиться. Разрешаете ли вы вход? Разрешаем. Никак не препятствуете, правильно? Нет. Как видим, здесь нас приняли вполне радушно, что не может не радовать. Однако следующим местом, куда мы решили отправиться, стал ресторан общественного питания. Здесь уже на входе нас встретила вывеска о том, что животными вход запрещен. Сотрудники заведения приняли нас без энтузиазма. Сначала девушка, сидящая за кассой, выкрикнула, что с животными проходить нельзя. А потом и вовсе скрылась за железной дверью кухни. Через некоторое время к нам вышла другая сотрудница, которая предъявила претензии не только к собаке, но еще и к камере. В абсолютно любое место можно проходить с домашними животными. У нас нет. Может, у людей не снимайте, пожалуйста, имеете право? Имеем право. Мы СМИ имеем полное право снимать. Нет, вы не имеете права нас снимать. Вам предоставить документы? По закону Российской Федерации мы имеем право снимать. Итак, не во всех местах города людей с животными понимают и принимают радушно. Но давайте уйдем от эмоционального аспекта и обратимся к закону. Что же предписывает он в нашей ситуации? Согласно 137 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы собак имеют право посещать публичные места со своими питомцами. Ведь к животным в России применяются общие правила об имуществе. А оставлять питомца одного на привязи у магазина и вовсе запрещается. Но вместе с правилами на владельца животного распространяются и обязанности. Выходя на прогулку, главное не забывать о том, что ваша собачка должна быть на коротком поводке. И желательно, хотя и не обязательно, в наморднике. Помимо этого, владелец обязан обеспечить безопасность окружающим и, разумеется, соблюдение гигиенических норм. В любом случае, ответственность на владельца, и он должен исходить из принципа разумности. Справедливости ради заметим, что в большинстве магазинов Твери нашу компанию встретили вполне доброжелательно. Хотя, возможно, этому поспособствовала и включенная видеокамера.